So we have a super important mission today. We are going to special shop for a dress. You know, I don't know why I'm there. Okay, that is the place. You know. Что-то посмотреть или показать? Вот тут три человека, три девушки помогают Ульяне выбрать сначала фасон, потом цвет, а потом они будут ее замерять и шить, и все вот это вот здесь все. Говорят, в туристических местах шьют платье за 3 часа. Вот. Но мы не в туристическом месте, поэтому тут будет не торопясь шить неделю. Я планировал, конечно, что все это будет намного быстрее. Прошло, наверное, минут 50 уже. Да, и они еще не выбрали даже форму платья. То есть они еще не перешли ни к цвету, ни к замерам. Они еще все там ходят. Я вот утомился, нашел себе кувшеточку. Жалко, тут не наливают еще. Но процесс, похоже, движется. Но проблема в том, что, вот смотрите, я вам покажу вот эти полки. Вот видите, висящие полки. Вот если вы думаете, что эти платья отличаются цветами, то нет. Они отличаются, каждый из них отличается фасоном. No, no, not like this. Like... Yeah, but she needs a bigger size for this, yeah. Yeah, they will make. Yeah. Like another. Yeah, but the form and the rest, yeah. She like it. Yeah. Currently they don't have, so they will. Yeah, understand. Yeah, understand. Yeah, yeah, sure. Убираешь? Okay, so how it's finished? We did not buy a dress, no, because it's impossible to choose one, you know, from all this variety. So we decided to take a pause, to sleep a night without a dress, and then return back for another attempt.